фольк-бенд «Неруш» под руководством заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Валентины Гладкой и балет Юлии и Николая Михайловых. А сейчас все вместе на одежду. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Звездные огни аэродрома. Словатые сюжеты, надежда, мой ком.
участникам концерта от дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Браво! Александра Николаевна Пахмутова. Николай Николаевич Добронравов. Мы вас очень любим. Спасибо вам за то, что вы есть.